Анонс и дата выхода нового российского сериала «Снова здравствуйте». Премьера нового сериала состоится уже осенью 2021 года на интернет-площадке Иви. Главные роли в сериале исполнили Денис Власенко, Андрей Мерзликин, Алексей Серебряков. Сюжет сериала. В криминальном мире всегда не все так просто, как кажется на первый взгляд. Махинации, убийства, замешательства с наркотиками и нечистыми делами дают о себе знать. И поэтому люди из этой сферы подвергают не только себя опасности, но и рискуют жизнями своих родных и близких. Так случилось и с главным героем Борисом, который имел особое положение в бандитских кругах. Все шло своим чередом, у него было еще много планов на дальнейшее будущее. Однако мечтам не суждено было сбыться. Вскоре Борис просыпается после смерти в морге. Теперь он существует в параллельном мире и не имеет никакого отношения к простым смертным. Борис, испугавшись такого поворота событий, хочет отомстить обидчику и понять, кому он помешал и при каких обстоятельствах был убит. Бандит берет в помощники Артема, студента-практика из морга. Смогут ли два совершенно непохожих персонажа найти общий язык, а также разгадать загадку и найти того, кто причастен к смерти главного героя? Это мы узнаем уже в новом сериале. Напомню, премьера сериала состоится уже осенью на интернет-площадке Иви. Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.